горит, единица это ноль. Остальные свойства разберем, ты не ной. Если ты берешь логарифм АПОА, это единица. Вот знает вся страна. Тоже единица, если умножаешь два обратных логарифма. Ты же знаешь, если выражение имеет степень p, ты перенеси, станет коэффициент. Если основание имеет степень p, то же самое, только 1 делить на p. Суммируешь логарифмы с равным основанием, умножь ты выражение с тем же основанием. Если то же самое, только надо вычесть, просто подели. Здесь не нужна хитрость. Делишь логарифмы с равным основанием. Вот так вот сократишь, прощай образование. Просто запиши логарифм а по b, куда поделась c? Вызывай ГИБДД! Степени прошли, но здесь есть логарифм. Получится здесь то, что овечка говорит. Дорогие друзья, удачных вам экзаменов. Я уверен, что вы все распетляете и сдадите на изи. Спасибо за просмотр.